Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. Я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляй!» — воскликнул конвой. Злобный пес разодрал мой бушлат. Дорогие начальники, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Дорогие начальники, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Баб не видел я года четыре, только мне наконец повезло. Ах, окурочек, может быть, стул 104 диким ветром тебя занесло. Ах, окурочек, может быть, стул 104 диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и печальный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. Всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. Срочно, секретно. 20 сентября при ликвидации залома у порога Большой Чемордан в результате несчастного случая погибли трое осужденных. Труп четвертого не найден. Настоящим объявляется в розыск Завьялов Павел Васильевич. Проиграл тот окурочек карты, хоть дороже было 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти по даме червей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти по даме червей. Проиграл я и жмутки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. И сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. И сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Негодяй, ты на воле растратил миллион блистательных дам. Это да, говорю, гражданин надзиратель. Только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. Только зря, говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. 4:30. Я ракета подходит. Передаю приметы объекта поиска. Рост средний, глаза карие, сложение сухощавое, коротко острижен. На безымянном пальце правой руки почерневший ноготь. Ракета-подход, я 4:30. Наблюдаю территорию, прилегающую к колонии. Объект поиска не наблюдаю. Ухожу в сопки.